Всем привет, дорогие зрители. Приехал я в район Тосмур. Нашел тут новостройку, которая только сдалась в эксплуатацию. Прямо около речки Дим и у моря. Расстояние от этого места до моря, море видно, максимум 570 метров. Есть вся инфраструктура, которую я сниму, как спущусь вниз. Так что досмотрите ролик до конца, от меня просьба. Потому что очень хороший комплекс, качественный. Это открытая терраса. Тут продаются 3 дуплекс-квартиры. Еще раз покажу вид. Так, речка Дим. 100 метров отсюда, впереди. Там есть парк, маленький ресторан. Вид на горы. Сторона тут восточная и южная. Дизайнерская квартира. Квартира под ключ. Шик. Люкс. Вот такая просторная спальня. В таком дизайне. Ламинат. Пол у нас уже готовый. Есть в этом здании еще 2 дуплекса. Одна дизайнерская на другом стиле и одна пустая. Так, если вы видите, тут высокие двери и высокие потолки. Смотрите. Так, входим в другую спальню. Вот такой санузел. Покажу качество стройматериалов, чтобы понимали. Вот такие ручки дверей. Ну, хозяйская спальня тоже скажу. Потому что есть санузел. Кондиционеры фирмы Arçelik. Вот тут где-то 16 квадратных метров спальня. Окна. Вот вид с окна. Вот такие шторы. Ну, уютная квартирка для большой семьи. Здесь прихожая второго этажа. Мы спустимся вниз. Я сразу начал с верхнего этажа. Все. Это все обои. Дополнительная спальня. Тут у нас как минимум 14 квадратных метров. Покажем вид с окна. Вот выход на террасу. Также есть вид на море. Здесь у нас просторный санузел общий. Спускаемся вниз. Вот такие прокладины. Это металлическая. Так. Такой вот красивый коверчик даже. Домофон. Под лестницей у нас также кладовка. Сюда установлена стиральная машинка. Встроенный шкаф.
Вот такой глубокий стоит. Проточный водонагреватель фирмы Veito Electronic. А, стиральная машина, конечно, на улице. Арчелик. Так. Это прихожая первого этажа. Здесь с правой стороны у нас санузел. Так. Идем в спальню. Внизу у нас еще одна спальня. Три спальни было наверху и одна здесь. Четыре спальни. 4 плюс 1. Сейчас гостиную он тоже я вам покажу. Тут тоже как минимум есть 18 квадратных метров. Выход на балкон. И у нас гостиная почти с отдельной кухней. Вот. Я сюда сейчас вернусь. Покажу кухню. У нас столешница гранит, карбоновая мойка, плита, вытяжка, духовка, все фирмы Арчелик и также холодильник. Есть также тостер. Гостиная комната, телевизор также Арчелик. Кажется, 65 диагоналей. Такой вот интересный потолок. В длину где-то здесь минимум есть 38 квадратных метров, может быть 45 на глаз. И выйдем на балкон. Вот такой балкон, также есть вид на море. Вид на речку, вид на горы, вид на природу. И вид на соседние бочки. Лес. Снизу у нас вся инфраструктура там. Первый, второй этаж проекта. Там крытый бассейн. Фитнес. Сейчас тоже спущусь, покажу. Но пока нужно снять вторую квартиру. Квадратных метров здесь жилых как минимум 130 квадратных метров жилая площадь минимальная. Так они 240 брутто или 250 брутто говорят. Так, идемте в другую квартиру. Вот такой коридор у нас. Так, здесь два лифта. Входим в квартиру вторую. Так, та квартира, которую я снял уже, ее цена 340 тысяч евро. Теперь вторая квартира. Вот у нас лесенки наверх. Я сразу вхожу. Тут прихожая. Здесь у нас встроенный шкаф. Глубокий. Стиральная машинка, также Арчелик, 7 килограмм. Тут зеркальце у нас. Высота потолков, как я понимаю, 290 сантиметров. Гостиную я верну. Здесь у нас санузел. Здесь вентилятор гудит. Если ты отключил свет, можно поменять. Здесь у нас спальня,
дополнительно первого этажа. Квартира в оценках коричневых, оранжевых, серых. Вот такая интересная люстра. Также есть выход на балкон. Вот выход на балкон. Видно крепость Алания и видно соседнее здание. Ручки фирмы System. Роскошная квартира. Красиво жить не запретишь. Так. Здесь у нас гостиная комната, совмещенная с кухней. Вот такой стиль, вот такие красивые потолки. Интересные часы, которые подарок прямо, если подарите. Вот, вот. Кафельный мебель. Доводчики все, конечно, есть. Это проверять не буду. Индукционная плита здесь Leisure фирма. Арчелик. Все остальное Арчелик. Угу. Такая система. Духовка, микроволновка, холодильник. Холодильник серого цвета с черными точками. Cool Plus, Vitamin Zone. Так. Мягкая мебель. Телевизора нету. Это можно обсудить. Балкон, значит, вид на речку, вид на море, вид на крепость Алании и на соседнее здание. Также горы с этой стороны. Цена этой квартиры 330 тысяч евро. Сбоку видны горы. Вот инфраструктура. Открытый бассейн, аквапарк, теннисная площадка, баскетбольная также. Там зона барбекю, детская игровая площадка, просторный ухоженный сад, открытый бассейн внутри и большой фитнес-зал. Я туда спущусь. Так. Алюминиевые окна, двери. Насчет качества стройматериалов у меня вообще нет слов, не буду ничего говорить. Кондиционер 18 тысяч БТУ, Арчелик. Так, все, я тут отснял. Поднимаюсь наверх. Вот такой красивый, такой выстрел, такие интересные. Здесь у нас уже как умно сделали шкафчики дополнительные. Вот такой вот фотообой. Здесь у нас зеркальце. С правой стороны у нас спальня, она такая, там, 11 квадратных метров, маленькая. Это спальня. Кое-как зашел и сразу прыгнул и уснул. Так, где-то там есть недоработки, угу. Но доделают. Здесь у нас также платяной шкаф, такой глубокий, его как-то встроили в стену. Здесь сам уют, так, уже интересно, вот. В таком стиле. Отлично. Спальня. Хозяйская спальня. Ну что, она большая. Около 8
наверное, слышали нас. Звук. Так, у нас открыта ли дверь? Ну, выйду я отсюда. В другой спальне. Тоже хозяйская спальня. Дополнительная. Я сам впервые захожу в эти квартиры. Кондиционер от Philips. Вот. Санузел, спальня. Что, света нету? Лампочка сгорела, что ли? Надо сказать, чтобы они лампочку поменяли. Вот такая спальня. И все, вроде я все снял, осталось только... осталось только выйти на балкон. Так. То есть на террасу. Значит, терраса. Вот такой вид. С террасы на речку, на море. Крепость Алании. По вечерам там очень красиво освещение у нас. Вот. Терраса здесь поменьше, чем та квартира, которую я снимал. И квадратных метров здесь поменьше, значит, где-то жилая площадь полностью по нашим СНГшным меркам 125-135 между ними. А брутто здесь 230 квадратных метров. Все, пойдемте теперь в пустую квартиру. Цена этой квартиры 330 тысяч евро. Другая пустая квартира стоит у нас 300 тысяч евро. Все. Входим в пустую квартиру. Тут надо надеть обувь. Вот эта квартира стоит 300 тысяч евро. Так, встроенный шкаф такой же. Обои в другом стиле, другой дизайн, и цвета тут другие. Так, здесь санузел. Сейчас все-таки я проверю, может, есть электричество. Нет, электричества нет. Гостиная комната. Вид на горы. Нравится неплохо. Ой, сами оцените, так красиво. Сторона здесь северная и восточная. У нас там зона барбекю. Тут есть фонтанчик и зона отдыха. Ну, спущусь, я сниму вон так же. Вид на море также есть. Я снимаю, показать планировку. Это так все одинаково тут. Туда уже нужно подняться. Здесь у нас спальня. Тоже выходит на тот балкон. Это синий цвет. Камеры не видно, здесь санузел такой же, как там. Поднимаемся наверх. Так. Сторона моря – это южная сторона. Самое зеленое, душевое, кабинкой.
спальня, которую я уже снимал. И здесь терраса поменьше, чем в первой квартире, которую я снимал. Вот. Я спускаюсь теперь на нижний этаж, чтобы показать вам инфраструктуру. Цена этой квартиры 300 тысяч евро, еще раз повторюсь. Айда тут 50 евро. Значит, я спустился на этаж минус один, также есть минус два. Здесь санузлы, душевые кабинки, отдельно женская, мужская. Вот здесь еще теплая комната написана. Так, такие интересные двери. Вот здесь вот такой большой кинотеатр. Оборудование все есть. Вот такого большого кинотеатра я, можно сказать, что видел только в резиденции Комарин. Сейчас вот второе, что увидел. Здесь у нас теннисный стол, с правой стороны детская комната игровая. Теннисный стол, здесь спортзал. Такой интересный ламинат, называется Anemon. Чанка фирма, у меня тоже дома такой ламинат. Под него можно сделать любой цвет, как бы занавески разноцветные, диван. Короче, вообще суперская. 10 миллиметров у него толщина. Шина. Так, идемте дальше. Здесь ничего нету. Спускаюсь я вниз. Вот здесь такой лифт. Спускаемся на минус два. Этаж верхний, сам девятый. Я снимал ролик с девятого этажа, но он как уже одиннадцатый или двенадцатый этаж, потому что у них минусовые этажи. Так, вышли мы в лобби. Также здесь душевая часть, санузлы. Такой вот открытый бассейн. Закат. Массажная комната, но они еще не поставили. Здесь хамам. Это уже VIP комната. Все новое. А, здесь отдельная сауна. Это женская сауна. А это совмещенная сауна, мужская и женская. Вот баян сауна. Вот так, освещение.
часть. А где же римской парной нету? Римской парной бани нету. Выходим. Есть ресепшн. Детская игровая площадка. Пляж тут в Тосморе песчаный и плавный вход. Как бассейн, беседки они сделали под шезлонгами. Проект называется Off Tower. Реально off. Здесь фонтаны. Тут зона барбекю. И там теннисный корт, тоже баскетбольная площадка. У нас тут открытая парковка снаружи проекта. Кого интересует роскошная элитная недвижимость, обращайтесь, выберем, найдем, что вы ищете. И вот открытая парковка, хочу подвести итог. Так. Дорогие зрители, вот три варианта, которые я вам показал. Если что, звоните по номеру, который указан в описании и в ролике. Все, с вами был Агасий, Солнечная Алания, район Тосмор. Всем пока-пока.